Сколько вы знаете видов и вариантов миропонимания? Если хорошенько порассуждать, то может выясниться, что их огромное количество. Миропонимание о человеке есть и в идеологии стран, и у разных народов, да и у каждого человека в частности. Это естественно для современного мира, разделенного на политические, экономические и религиозные течения. Но это не добавляет миру счастья, стабильности и радости. Почему так? Ведь передовые умы бьются над этими вопросами не один десяток лет. Во всяком случае, нам так говорят и показывают. Так в чем же причина? Может быть, не в том направлении двигаются эти умы? Не туда копают? Не то изучают? В древности люди жили проще, но при этом в счастье, достатке и радости. Без аптек и поликлиник умудрялись быть здоровыми в течение всей непомерно длинной по современным меркам жизни. И если медикаменты, научные институты и прочие блага цивилизации не способны сделать людей счастливыми, то может быть что-то не так в этих благах? Возникает извечный вопрос – что делать и как быть? Как достичь того самого миропонимания, при котором и поставленные вопросы будут решены, и жизнь начнет налаживаться? О том и поговорим на нашем практическом семинаре «Управление судьбой». Регистрируйтесь на семинар и меняйте свою жизнь к лучшему. Быть добром!